Гришин Сергей Владимирович, родился 18 марта 1917 года в деревне Фомино Драгобужского района Смоленской области. Сергей Владимирович был участником партизанской борьбы на Смоленщине и в Белоруссии. Был командиром партизанского соединения 13. Сергей Владимирович был участником Великой Отечественной войны. С июня 1941 года был командиром 4-й танковой дивизии. В сентябре 1941 года с группой окруженцев пробился на восток. В родной деревне создал партизанский отряд 13. В июне 1942 года особый партизанский полк 13 начал рейд по Смоленщине, а с мая 1943 года по Белоруссии, нанося тяжелые потери врагу. Партизанцы-гришинцы прошли в рейде около 2000 километров по 42 районам Смоленщины и Белоруссии. Мы будем вечно хранить память о герое Советского Союза Гришине Сергея Владимировича.